Для регистрации на портале потребуется паспорт, СНИЛС, адрес электронной почты и номер мобильного телефона. Отправив заявление на услугу, можно по номеру документа отследить весь путь ее прохождения и статус обращения. С января этого года пошлины на госуслуги оплачиваются со скидкой 30%. На сайте госуслуг подаются заявки на получение или обмен гражданского и заграничного паспортов, регистрацию автомобиля. Не выходя из дома, через портал можно узнать свой ИНН и задолженность по налогам, состояние пенсионного лицевого счета и подать заявление о назначении пенсии, поставить ребенка на учет в детский сад и получить другие услуги.